В Уфимском аэропорту задержали мужчину с 6 миллионами рублей наличными, что эквивалентно 80 тысячам долларов. Портфель, набитый деньгами, он пытался пронести через зеленый коридор, сообщили в пресс-службе башкортостанской таможни. Позже выяснилось, что нарушитель – 29-летний житель Стерлитамака, вылетавший в Узбекистан. В ходе допроса он заявил, что занимается внешнеэкономической деятельностью и знаком с таможенными правилами. По данному факту башкортостанская таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ. Это незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время дело передано по последствиям в органы внутренних дел для дальнейшего расследования. Напомню, ранее в Башкортостане возбудили уголовное дело по аналогичному нарушению. Тогда жительница республики пыталась вывести в Ташкент свыше 50 тысяч долларов.